Специальность фотографа – это прежде всего работа с людьми, а именно с их эмоциями. Алексей Смирнов не создает постановочных фотографий, отдавая свое предпочтение только естественности и искренности. Может, именно поэтому в своем деле он делает акцент на детские фотопроекты. Одной из таких работ был проект «Ничего лишнего». Мне, в принципе, это нравится. То есть есть только ребенок, крупное лицо, есть эмоции и ничего лишнего в кадре. Алексей признается, что стал причастным к фотоделу благодаря своей второй половинке. Сначала он был помощником жене в работе фотографа, а попробовав снимать самостоятельно, постепенно и сам втянулся в этот процесс. Со времени создания первых снимков прошло уже 8 лет. Алексей учился на практике, не обходилось и без сложностей. Лично для меня сложным, наверное, являлся это контакт с человеком. То есть, как бы, по сути, я такой более стеснительный человек, и мне всегда приходилось перешагивать через себя, да, то есть как-то переступать, чтобы находить контакт. Потому что это очень важно. Большинству людей нужно, чтобы с ними общались, да, им что-то говорили. Алексей Смирнов старается поддерживать начинающих фотографов и делится с ними своим мастерством. Неважно, являетесь вы фотографом, обладаете огромным желанием учиться или просто делаете семейные снимки. Творчество будет хранить момент и поэтому имеет огромное значение. Был период, я жил в Москве, это был 2007 год. И попалась мне девушка, судя по всему, она была фотограф. Сказала мне такую вещь, говорит, вот люди говорят, есть красивый снимок, а есть некрасивый снимок. Она говорит, я не понимаю, как может быть снимок красивым или некрасивым. Это часть жизни, это момент жизни, поэтому он не может быть некрасивым. Сейчас фотографом себя могут назвать все, кто взял в руки камеру. Популярность связана с появлением социальных сетей, где каждый ежедневно выкладывает свои снимки. Алексей поделился советом, как, не являясь фотографом, превратить простые фото в качественные. Самое важное правило, да, то есть исходит из самого понятия фотографии. Само слово обозначает письмо света. Фото – свет, графа – писать. Вот. Поэтому для того, чтобы сделать снимок, нужен свет. Вот. Поэтому, чтобы снимки были более качественные, более хорошие, конечно, нужно снимать в тех условиях, да, когда света много. Алексей Смирнов – один из тех профессионалов своего дела, которые могут заставить фрагмент застыть в вечности. Сохраняйте и вы мгновение жизни в отснятых кадрах. И не забывайте о неповторимости каждого момента. Анастасия Кай, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».